Мечтали ли вы когда-нибудь прикоснуться к персонажу пушкинских произведений? Мы читали «На ночь» Руслана и Людмилу, мы учили это произведение в школе, мы видели фильмы, мы видели мультфильмы. Но в нашем спектакле этот персонаж предстает перед нами вот здесь, вот живьем, воплоти. И вы, зрители, непосредственно выйдете к нему на сцену и будете вместе с ним рассказывать эту историю. Вот Рогдай! Рогдай, иди сюда, Рогдай! Рогдай, воитель смелый! Поэма Пушкина «Руслана и Людмила» очень густонаселенная. То есть персонажей очень много. Но в нашем спектакле только один артист. И зритель играет здесь колоссально важную роль. Он не просто сидит, он не сторонний наблюдатель. И это даже, я бы сказала, не просто интерактивный спектакль, в котором зритель там голосует, например, или там хлопают, топают. Спектакль, где зритель непосредственно выходит на сцену и работает с артистом. Все четверо выходят вместе. Колдун, да, он маг, он чародей, он мудрец. Вокруг этого персонажа весь сюжет и заворачивается, нашего спектакля. И, ну, его оставили без бороды, его лишили силы, но поскольку он мудрец, он бессмертный. И он пережил Людмилу, пережил Руслана. И вот он здесь с нами сейчас, и он рассказывает ту историю про те былые времена, когда он еще был силен, он похищал прекрасных красавиц. У нас есть такой стереотип, что это отрицательный персонаж. Он украл Людмилу, он там делал всякие гадости, Руслан, значит, победил этого злодея Черноморья и так далее. Мы в спектакле открываем его с другой стороны. Людмилу мне сыщите, ищите, скорее. Сыщите сейчас. Он не просто украл Людмилу, он действительно ее любил. Он хотел, чтобы она была с ним, он делал для нее все, что мог. Моя прелестная Людмила. Мы очень ждем, что мамы придут со своими детьми на этот спектакль. Потому что у вас есть шанс не просто посмотреть спектакль, а стать Людмилой. Одеть красивый венец, жемчужный пояс и выступить на сцене вместе с прекрасным Черномором. Подумала и стала кушать. Так что, мамы, держите кулаки. А папы могут сыграть роль Фина. Царица, кроткий мир. Людмила там тебе предстанет. Отлично. Все сказал? Да. Исчезну. Можно фотографировать на нашем спектакле. И эти фотографии останутся в вашей памяти, в вашем семейном альбоме, в вашем инстаграме. Не забывайте только выключить вспышку. А я думаю, что если бы Пушкин пришел на наш спектакль, ему бы он очень понравился.